Полиции Асбеста подвели итоги четвертого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант». Все подробности далее в нашем сюжете. На территории обслуживания асбестовского отдела полиции в течение 2016 года на миграционный учет поставлено почти 2500 иностранных граждан. Более половины из них прибыли на нашу территорию впервые. Отметим, что за прошлый год 9 иностранными гражданами совершено 12 преступлений. Из них 4 тяжких и особо тяжких. За местами компактного проживания иностранных граждан закреплены сотрудники отделений уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции. За 12 месяцев прошлого года полицейскими выявлено 50 административных правонарушений в сфере миграции. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях городским судом принято решение о выдворении 20 иностранцев. Выявлено 14 фактов фиктивной регистрации, по которым возбуждены уголовные дела. Наказание предусмотрено в виде штрафа до 500 тысяч рублей, принудительных работ либо лишения свободы на срок до 3 лет. В рамках четвертого этапа операции «Нелегальный мигрант» комплексными силами полиции были проверены более 120 иностранцев, 65 мест их проживания и 13 работодателей. В ходе проверок выявлены 7 правонарушений режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Обнаружен факт фиктивной регистрации гражданина Молдовы. Возбуждено уголовное дело.